Пристегните ремни, уважаемые друзья, потому как то, что вы сегодня узнаете, может навсегда перевернуть вашу жизнь и ваши взгляды на мир. И, возможно, воскресят убитую совесть. Пожалуй, до этого момента в мире не существовало реального, фактического, научного доказательства существования Бога и его причастности ко всему живому и неживому в этом мире. Сегодня я предоставлю вам такие факты, после которых отвергать его существование будет проявлением упрямства и глупости. Итак, поехали. Многие из вас наверняка слышали о так называемом числе Фибоначчи. Его еще называют числом Бога. Почему, спросите вы? Потому что все живое и неживое так или иначе имеет отношение к этому числу. Строение панциря улитки, пропорции человеческого тела, рост зерен подсолнуха, строение пчелиных сот и их же глаз, замысловатые узоры цветов, растений, деревьев и в конце концов спиралевидная форма галактики. Все заимствует свои пропорции и размеры, исходя из числа Фибоначчи. Конечно же, и человек активно использует это число в повсеместной деятельности. Например, в архитектуре, в живописи, постановке кадра, даже при разработке знаменитого яблока Apple дизайнер использовал золотое сечение. Но как у нас это обычно бывает, используя что-то сложное, позаимствованное у природы, мы редко задумываемся об истинности его происхождения и причине появления. Зачастую мы привыкли все списывать на случайность или причуду эволюции. Но так ли это? Что же это за таинственное число Фи? 1,61 число Фибоначчи или число Бога? И какое отношение оно имеет к Богу? Как казалось, самое, что ни на есть прямое, но все по порядку. Итак, для начала предлагаю углубиться в недра нашего тела, в самое сердце клетки, в спиралевидную библиотеку жизни под названием ДНК. Как известно, ДНК представляет собой плотно скрученную двухстороннюю спираль из набора 4 букв А, Т, С, Г. Грубо говоря, это 4-ричный код, на котором написана программа нашей жизни, от строения тела и цвета глаз до характера и предпочтений в еде. Сама мысль о том, что внутри нас находится огромная библиотека, наводит на мысль о неком интеллекте, который написал этот удивительный код. Код жизни. Ведь согласитесь, заглянув в пещеру и найдя там некие иероглифические надписи или доисторические рисунки, вы никогда не подумаете о том, что они появились там сами собой. Любая информация является продуктом интеллекта. Тем более, если это не 2-3 коряво написанных предложения, а реально огромный объем информации по размеру, примерно занимающий Московскую центральную библиотеку. И вся эта информация заключена в малюсенькой клетке. Этих клеток в вашем теле 120 триллиардов. Это примерно как песка на пляже. Удивительно, не так ли? Ну давайте вернемся к числу Фибоначчи. Так вот, помимо молекулярных букв, составляющих код ДНК, между двух частей спирали находятся мосты, скрепляющие противоположные стороны спирали. Без этих скрепительных мостов ДНК в буквальном смысле разваливается или взрывается, то есть без них жизнь была бы невозможна. Меня пригласили рассказать вам об исследовании, которое я начал делать в 1983 году. Я сконцентрировал свое внимание на исследовании биологической молекулы. Наука называется молекулярная биология. Можно зайти внутрь молекул, которые находятся внутри каждой клетки. Я работал с помощью электронного микроскопа Махана Вайцмана 10 часов каждый день на протяжении 4 лет. Я смотрел на молекулы тканей, которые я получал от людей, крыс, мышей и обезьян, и исследовал ДНК, часть ядра каждой клетки. Что такое ДНК? Это две эликодальные бобины, которые входят в друг дружку. У электронного микроскопа есть программа, которая говорит со мной по-английски. Я спрашиваю программу, что происходит, когда бобина распадается. Программа отвечает: ты взрываешься. Мы знаем, что большее количество болезней происходит от взрыва клетки. Я опять спросил программу, что должно происходить в нормальном положении с физиологической стороны, чтобы бобина не взорвалась. Программа отвечает: периодически есть мост, соединяющий обе бобины, чтобы они не раскрылись. Именно этот мост держит бобины вместе и не дает им взорваться. Благодаря этому клетка живет. Тогда я спросил вопрос на миллион долларов: где находится этот мост? Компьютер считает количество аминокислот и говорит мне: через 10 аминокислот есть мост, следующий мост через 5 аминокислот, следующий через 6 и следующий мост через 5 аминокислот. Вы знаете, что это такое? 10, 5, 6, 5. Это мост, который дает жизнь клетке ДНК. Причем здесь число Фибоначчи, спросите вы. Все дело в расстоянии, через которое находятся эти мосты. Итак, мы получили число 10, 5, 6, 5. Ну и что, скажете вы? Но давайте обратимся к Богу, а именно к первоисточнику христианства, Библии. Изначально первые 5 книг Библии были написаны на иврите и назывались Тора. Отличительной особенностью еврейского алфавита является числовое значение каждой буквы, то есть каждая буква означает определенное число. И смотрите, если взять числовое значение мостов ДНК 10, 5, 6, 5 и поменять их на буквы, соответствующие данным числам, то мы получим следующее: 10 йод, 5 хей, 6 вав, 5 хей. И что мы получаем? Йод хей, вав хей. В переводе на русский это звучит как Яхве. Это главное имя Бога.
тетраграмматон, который по закону третьей заповеди нельзя даже произносить напрасно. Как будто бы сам Бог расписался внутри нас, как художник расписывается под собственным шедевром. Будешь спасен. Очень важно сохранить свое спасение. Важно это запазить свое это спасение. Есть места, которые говорят о том, что во спасение надо углубляться. И има места, които казват, че трябва да се задълбочаваш в спасението си. Важно быть утвержденным во спасении. Важно это быть утвержден в спасението си. Во спасение важно умудряться. Важно это се. И для этого нам дано священное писание. Да изработваш своето спасение, и затова ни е дадено свещеното писание. Которое для чего хорошо? Което е добро за какво? Хорошо читать всю Библию. Добре е да четем цялата Библия. Не поступать так, как некоторые люди поступают, просто вырывая что-то из контекста. Без да поступаме като някои хора, които просто изтръгват някои думи от контекста. Ну, например, в Оси написано, да? Например, пише в Оси. Возьми себе в жену блудницу. Да си вземе жена блудница. И человек берет это место. И человек взимает твое место от Писания. И ходит по блудницам. И синамира блудницы. И говорит, это же так написано. И казывала, такая пише. Ну вот и от блудницы к блуднице. И от блудницы к блуднице. Потому что так написано. За что-то такая пише. Но так не написано, правда? Обаче не пише така. Не нужно вырывать из контекста. Не трябва да изтръгваме от контекста. Потому что важно читать всю Библию. За что-то важно да читем цялата Библия. И вы знаете, Библия уникальная книга. И Библия это уникальная книга. И написано. И там пише. Все Писание Богу вдохновенно. Цялото Писание Богу вдохновенно. И полезно. И полезно. Для научения. За научение. Для вразумления. Вразумявание. Оно нас очищает, Писание. То не пречиства. Оно нас отделяет от греха. Отделение от греха. Ну так это или не так? Така ли? И вот я, например, ну, читаю Библию там и там. И смотрю, что здесь хорошо, мне нравится, здесь мне тоже еще больше и нравится. И когда читаю Библию, глядам, тук ми харесва това място, това още повече ми харесва. И тут вдруг натыкаюсь на какое-то место, которое начинает меня обличать. Стигам до някое място, което започва да ме обличава. Я хочу сказать, и сегодня, после 30 лет своей веры, искам да кажа, че след 30 годишната си вяра, Библия продолжает меня обличать. Библията продължава да ме обличава. Я призван что? Я съм призван за какво? Я призван смириться. Да се смиря. Признать, что Бог прав. Да признаю, что Господь и прав. И Он обличает меня через Свое Слово. И то мне обличает через Свое то Слово. И я призван покаяться. И сам призван да си покая. Вот в данном грехе, который Библия мне подсказала, грех, который Библия это мне подсказывает, да си облича. Бог через Слово Свое берет и отделяет. Господь через Свое то Слово мерзима. Еще один очередной грех. И отделил от меня еще один пореден грех. Так или не так? Така ли? И всю жизнь ты будешь читать Библию. И цял живот ты читаешь Библию. И всю жизнь Бог тебя через Свое Слово будет очищать. И цял живот Библия это что-то причиство. Для того, чтобы ты стал еще чище. За то станешь още по-чист. Еще светлее. Още по-светел. И вот я приводил две школы. И аз видал их за пример две школы. Очень коротко. На кратку. То есть это кальвинистская школа. Кальвинизм. Кальвинистская школа и армянианство. И армянианское. Кальвинисты учат. И кальвинисты учат. О том, что выбора у нас нет. За то, что нямаме избор. Уже все давно предрешено. И всичко е решено отдавна. И все уже еще прежде создания этого мира все прописано. И още преди създаването на този свят всичко е предписано. И поэтому спасение. И за това спасение. Если ты спас. Ако си се спасил. То потерять невозможно. Няма как да го загубиш. Армянская школа. Армянская школа. От учителя Армении. От учителя Армении. Учит о том, что у человека есть свобода выбора. Учит на това, че человека има свободата на избор. И человек всегда вправе выбирать. И человека винаги в право да избира. Оставаться ли ему во спасении? Дали да остава в спасението. Или уйти от Бога навсегда. Или да си тръгне от Господ за винаги. Свобода выбора. Свободата на избора. Суверенитет. Суверенитета. Бог суверенен. Господь и суверенен. И Он уважает суверенитет каждого отдельно взятого и человека. И Той уважава избор на всякий отдельный человек. И вот мы рассуждали. И не си мислих мы. К какой школе, да, мы относимся? Към коя школа съотнасяме? Какие школы мы не принимаем? Кои школи не приемаме? Я приводил одну хорошую мысль. И видавах една хубава мисъл. Вот если так вот подумать. Ако си помислим. Вот сатана. Сатаната. Кем он был? Кой бил? Мы знаем, что он занимал невероятную высоту. Знаем, че займал много висока позиция. Кто он был? Кой бил? Херувим осеняющий. Херувим осеняващ. Генеральская какая-то позиция. Някаква генералска позиция. Ходил между огнистых камней. Обикалял между камнями. Руководил, управлял. Руководил и управлял. Такая торговля у него была. Имала торговия. Кто он сегодня? Кой днес?
Сегодня он отпадший. Днес той отпаднали. Его можно смело назвать, что он отпал. Можем смело доказывать, что отпаднал. И упал. Паднали. И увел за собой третью часть ангелов. И взял со себе себе одна третья часть ангелов. Если бы вы сегодня увидели ангела. И ако днес видим ангел. Давайте представим. Ангел Господень сегодня. Нека себе представим ангела на Господь. Стоит перед вами. Който застанал пред вас. Один раз мне сказали. Видишь, мне казаха. Одна сестра говорит, когда вы проповедовали. Одна сестра мне каза, че когато си за вашей спиной стоял огромный ангел под потолок. Зад гърботи видях един огромен ангел. И в руках его был меч. И в ръката си държеше меч. И вот эта картина была настолько впечатляющая. И тази картина беше толкова впечатляваща, что я просто оцепенел. Че просто унемях. Если мы посмотрим на Божьего ангела. И ако погледнем Божий ангел. Тем более на архангела Михаила, например. Най-вече архангел Михаил, например. Это величественные создания Божие. Това са много величествени создания. И даже никогда не придет мысль. Даже никога няма да ви дойде мисъл. Что такое прекрасное существо? Че това прекрасно същество. Может отпасть от Бога. Може да отпадне от Господа. Но можете себе представить? Обаче можете да си представите. Что Библия утверждает? Че Библията утверждава. О том, что еще более осеняющий херувим. За това, че по-осеняващ херувим. Когда-то решил поднять бунт против Бога. Някога е решил да вдигне бунт срещу Господ. И отпал. И отпаднал. Вот вам и теория отпадения. Това е теорията на отпадането. Когда-то извечный херувим. Някога вечния херувим. Был так близок к Богу. Бил толкова близко към Бога. Знал его. Познавал го е. Поклонялся ему. Покланял му се. Славил его. Прославил го. Был руководителем хора. И был руководитель на хора. И потом принял и след това е взял решение. Решението. Больше. Повече. Никогда не служить Богу. Никога да не служа на Господ. Самому стать Богом. И сам да стане Господ. И возглавить сонмище ангелов. И да стане глава на. Вы знаете, вот кто-то может сегодня обязательно спросить. И някой днес може да пита. Ну, пусть не в этом зале, пусть кто-то из, кто нас смотрит. Может быть, не от нашей зала, а меня какой-то гляда. А что, если бы от Бога отпала не одна треть? Эми, какво, ако от Господа би отпаднала не одна треть, а часть? А две трети ангелов? А две трети, например. Задумались ли вы когда-нибудь? Замислили ли стеси? Вот даже это трудно представить, понимаете? Даже трудно да си представим. Ну как? Как? Как от Бога могли отпасть даже одна третья ангелов. Как бы могла да отпадне даже одна треть ангелов. Ну, в мою голову это не помещается. Моя голова просто не себе побила. Как это вообще случилось? Как това се и случило? А что было бы? А какво би било? Давайте мы допустим эту мысль. Нека допустим тази мисъл. Если бы две трети. Ако биха отпаднали две трети. Или если бы все ангелы бы отошли. Или всичките ангели. Что бы тогда случилось? Какво би се случило тогава? Как вы думаете? Как си мислите? Вы знаете, абсолютно правильный ответ. В чем отличие Бога? Какова е разликата между Бог и ангелы, архангелы, херувимы и серафимы? И ангели, архангели, херувимы, серафимы. Кто они? Кои са те? Они творение. Те са творение. Они твари, по Писанию. То есть они когда-то были сотворены. Някога са били сътворени. Что Бог может сделать? Какво Господ може да направи? Отпало две трети ангелов. Отпаднали са две трети ангели. Бог может просто уничтожить всех ангелов. Бог абсолютно может да уничтожи просто всички ти ангели. Может или не может? Он всемогущий. Той всемогъщ. И создать. И да създаде новых. Нови. Абсолютно новых. Абсолютно ангел. Нови ангели. Так или не так? Поэтому Бог, он в этом отношении даже, ну хорошо, вы можете выбирать. И Господь казва, може да избирате. Третья часть ангелов отпала. Една трета отпаднала. Может еще третья уйти. Може и още една трета. Я могу вообще всех просто. Мога и всички ти. Как написано истребить. Как то пишет, да ги истреби. Когда-то Бог Моисею пообещал. И някога Господ обещал на Моисея. Он высказал свое желание. То есть сказал свое желание. Он был готов истребить. Чей бил готов. Помните это место? Истреби. Весь Израиль. Цели Израиль. Помните это место? Вспомните ли Бог захотел истребить весь Израиль. Че Господ поискал да истреби цели Израиль. От тебя, от одного. И той казва, от тебе. Я создам народ многочисленный. Аз ще създам цял народ. От Моисея. Многоброен народ от, от но един Моисей. Что сделал Моисей? Обаче какво направил Моисей? Он вступился за Израиля. То есть и заступил Бог, за Израиль. Бог, ну неужели ты напрасно вывел этих людей? И казал, Боже, напрасно ли си извел тези хора? Более 3 миллионов. Повече от 3 миллиона. Чтобы их истребить в пустыне. За да ги истребиш в пустыне. Тогда точно правильно о нас скажут египтяне или другие язычники. Тогава правильно ще кажут другите язычники, египтяне за нас. Бог вывел свой народ че в пустыню. Господь извел свой народ в пустыню. Чтобы избить их там. За да ги истреби. И вступился за свой народ. И заступил за свой народ. И Бог
раскаялся. И Господь себя раскаял. Моисей, можете себе представить, представите убедил Бога? Чем Моисей и убедил Господь. Хотя я верю в то, что Бог просто испытывал сердце Моисея. Вопреки че верам, че Господь просто испытывал сердце на Моисея. Испытание его сердца. Верам, че това было испытание на сердце. Сможет ли он стать ходатаем? Дали может да стане ходатай? Насколько он любит действительно? Колко наистина обича? Вам интересно? Интересно ли ви? Это правда очень интересно. И вот сегодня я хочу на эту тему продолжать. И днес искам да продолжа тази тема. Следующее место, оно написано. Следующее место го пише. Во второй книге царств. Вторая глава царства. Вторая книга царства. 21 глава. 21 глава. С 18 стиха. От 18 стих. Можете смотреть на проектор перевод. Потом была снова война с филистимлянами в Гобе. Тогда Совахай, хушатянин, убил Сафута, одного из потомков Рефаимов, о котором мы сегодня говорили. Рефаимы – это было поселение людей, человеков, которые смешались когда-то с падшими ангелами. Ну, тогда еще была какая-то вот такая возможность. Рефаимите собили. Было и другое сражение в Гобе. Тогда убил Илхана, сын Ягаре Оргима, Вифлеемского, Голиафа, гифянина, у которого древко копья было, как навой ткачей. Ну, то есть, огромное копье. Было еще сражение в Гефе, вот про которое я говорил. И был там один человек, рослый, имевший по 6 пальцев на руках и на ногах. Всего 24. Всего 24 пальцев. Также из потомков Рефаимов. И он поносил израильтян, но его убил Янафан, сын Сафая, брата Давидова. Эти 4 были из рода Рефаимов в Гефе, и они пали от руки Давида и слуг его. Можете себе представить, что род Рефаимов... Можете он, себе представить, че рода на Рефаимите. То есть царь Давид еще их застал. Царь Давид още ги живал в тях на время. И он собственноручно, если вы помните, он убил одного и со своей Рефаима. И убил один Рефаим. Голиаф это был Рефаим. Голиаф был Рефаим. 4,5 метра. 4 метра и половина. Рост. И вот такого... Ну... Это уже отдельная тема. Если хотите, да, я могу этому тоже посвятить. Есть такая тема, она очень такая подробная и даже развивается. Я вчера буквально залез в одно библейское общество. И там подробная тема. Так вопросы задаются. Когда ты задавал вопрос. Каким образом? По каков начин? Исполины. Исполините. Сохранились даже после потопа. Уцелели след потопа. Паче за тази тема. Да. Отделно трябва да се говори. Но мы сегодня говорим именно о конкретных мутациях. Днес говорим за конкретни мутации. И вот Дерек Принц. И Дерек Принц. Слава Богу за этого учителя. Славна Бога за този учител. Который уже ушел к отцу. Който вече учишъл при отца. Он дает ясное и четкое учение. Дава много ясно учение. И он учит о том, что именно в древнееврейском языке. И учит за това, че в стария еврейский язык. Звучит именно так. Звучи последния начин. Что падшие ангелы, че падналися ангели, демони, начали входить к дочерям человеческим, започнали да влизат при човешки дъщери, и после этого начали рождаться исполины. И след това са започнали да се раждат исполините. Именно они названы Рефаимами. Точно те са наречени Рефаими според Библия. Следующий раздел. И следващия. Вы знаете, вот интересный момент Библия отслеживает. Интересен момент, който показва Библията. Что после того, когда человечество вот так осквернилось? Че след като човечеството се осквернява. Я могу так сказать, я в этом уверен, немало не сомневаюсь. Сигурен съм в това. И после того, как ДНК человека было нарушено? След като ДНК-то на човека било нарушено. То есть образ и подобие Бога ушло из человека. Образа и подобието е заминало от човека. Люди вообще перестали думать о чем-то хорошем. Хората са спрели да си мислят за каквото и да е добро. Так Библия говорит. Така казва Библията. В сердцах их постоянно были вот такие злые помыслы. Че в сърцата им постоянно има зли помисли. Одна сплошная похоть. Една поход. Дальше люди на этом не остановились. И хората не спират тук. Вы знаете, я сегодня покажу вот эти снимки. Можно снимки показать? Я сейчас покажу одни снимки. Которые мы все видели много раз. Видели много пути. Ну и там, я, например, воспринимал, ну что, вполне возможно, что это какая-то
мифология, да, о том, что... Я воспринимаю, что твоя некая мифология. Вот наполовину человек, наполовину человек, наполовину лев. Вот следующий снимок, да, ну, там, ну вот вроде бы тело человеческое, а голова опять же какая-то львиная, да? На лев. Вот, ну вроде бы, опять же, ну, тело как у человека, тело, а голова какого-то зверя. Поглаватый на некого зверя. А, кентавры знаменитые. Кентавры, если что. Тело коня. Да. Тело то и на конь. А дальше идет человеческое тело. Пок на горе и человеческое тело. И очень много-много таких статуй, которые много, говорят... И много статуи. О том, что... Что это? Говорят за два... Какво е, всъщност? Люди были такими? Дали хората са били такива? Или это просто какие-то сказочные персонажи? Или са някакви приказни персонажи? Какие-то мифы? Някакви митове? Я хочу сказать, что в этой книге... Искам да кажа, че в тази книга... И в других книгах Дерека Принца... И в других книги на Дерек Принц... Он дает четкое описание. Той дава много ясно описание. То люди в те времена... Че хората по унези времена... Не имели такой защиты. Не са имали такава защита. И они входили в совокупление с животными. И са влизали в контакт с животни. И начали страшные мутации. И са започнали страшные мутации. То есть кентавр... Кентавр... Наполовину лошадь, наполовину человек. Наполовина кон, наполовина человек. Это не вымысел. Това не измислица. Это реальность. Това реалност. Вы знаете, мы прилетели до Казахстана. Долетяхме от Казахстан. Там у нас рядом Байконур. Вот. Там наблизу имахме Байконур. Бахытгуль может подтвердить. Бахытгуль может да подтверди. Ленинск 1, Ленинск 2, Ленинск 3. Ленинск 1, 2, 3. Там регулярно и по сей день запускают ракеты. Регулярно се пускат ракеты там. И очень высокий уровень радиации. И много высоко нивото на радиацията. Я когда-то входил в правительственную комиссию. Аз някога влизах в правительственную комиссию. Два раза меня отправляли туда. Два пути ме изпращаха там. Где падала ракета Протон. Където падаше ракетата Протон. Для того, чтобы мы обследовали население. За да исследуваме населението. Я лично был знаком с президентом, с личным врачом президента Назарбаева. Я лично познавах личния лекар на президента Назарбаев. Которого звали Кайтпас Турсунович Турсунов. Който се казваше така. Я запомнил это имя. Запомних това имя. Потому что это был очень такой высокий человек. Защото беше много висок човек. И мы исследовали население. И исследовахме населението. Я своими глазами видел мутации. И с своей очи аз виждах мутации. Ну, это корова с двумя головами. Крави с две глави. Теленок, который родился. Теле, който се родило. И у него было две головы. И имаше две глави. Какие-то мутации у людей. Някакви мутации при хората. Опять же, какие-то пороки такие. Различные пороки. Вследствие того, что люди получили большое облучение. Вследствие на това, че хората получават много силное облучение. Ну, конечно, это вот так заминалось в какой-то степени. И, разбира се, се покриваше това. Чтобы не запретили ракеты. За да не забранят да се пускат ракетите. Докторов убеждали о том, что ну вы просто эту статистику не афишируете. Докторите ги убеждаваха да не... Показывает эта статистика. Пусть это останется так вот в тайне. Да си останется като тайна. Но мы видели эти мутации. Обаче не виждахме тези мутации. То есть как еще можно воздействовать на геном человека? Как можно да се въздейства върху генома на человека? Ну как я уже сказал, это радиация. Както казах, това е радиация. Как еще? Это любая химия. Това е всякаква химия. Химическая еда. Химическая храна. Химические напитки. Химические напитки. Вот подумайте, что мы пьем иногда. Помислите си, какво пием. Ну, иногда, ну, реально, там, кроме химии, в этой бутылке ничего нет. Освен химия, няма ничто в тази бутылка. Это ядерная какая-то химия. Някаква много силна химия. Какие-то ядерные энергетики. Някакви ядерни энергетические напитки. Могу сказать о том, что они могут изменить мутацию и ДНК человека. И могу да кажа, че могут да променят мутацията и ДНК. Что еще может поменять геном человека? Какво друго може да промени геном? Алкоголь. Алкохолът. Наркотики. Наркотиците. Встречали ли вы таких людей, у которых рождались мутированные дети? Встречали ли сте хора, които са раждали мутирани? Сколько угодно. Деца. Ну, в моей практике это десятки случаев. В моей практике много съм виждал такива деца. Детский церебральный паралич. Детская церебральная парализа. Это основное мутированное. Твое основное. То, что может родиться после мутации. Това, което може да се роди след мутация. Очень печальная картина. Много тъжна гледка. Идем дальше. Нататък. Я открою уже Новый Завет. Ще отворя Новый Завет. И здесь что написано? Какво пише тук? В Новом Завете первое послание Петра. В Новый Завет Первого Петрову. Четвертая глава. Четвертая глава. Апостол Петр. Апостол Петр. С первого стиха пишет так. От первого стих пише.
Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью. Ибо страдающий плотью перестает грешить. Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь, и послушайте внимательно, предаваясь нечистотам, похотям, мужеловству, скотоловству, помыслам. Что апостол Петр говорит про язычников? О том, что все вот это и в его время происходит. Апостол Петр говорит за това, что по него время всичко това се случва. И мужеловство, и скотоловство. Винопийство, пирование. Пьянство, излишество в пище, питье и нелепому идолослужению. Умразните идолослужение. Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас? Они дадут ответ, имеющим вскоре судить живых и мертвых. Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергши суду по человеку плотью, жили по Богу духом. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более всего, имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте странолюбивы друг к другу без ропота. Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Аминь. И здесь мы можем читать о том, что 2000 лет тому назад, как и 4000 лет тому назад, как и почти 6000 лет тому назад, было вот это извращение. И мало тва извращение. Происходит ли нарушение генома? Дали се случва тук нарушение на генома? Когда человек совокупляется с животным. Когато човек влиза во връзка с животным. И что животным может родиться вообще? И какво може да се роди изобщо? Может ли вследствие этого родиться подобие и образ Божий? Дали впоследствие на това може да се роди нещо по подобие и образ на Господа? Можете мне сегодня ответить? Може ли да ми отговорите? Конечно же нет. Разбира се, че не. Именно это преследует дьявол. Точно това преследва дьявол. Задача дьявола и сегодня. Задачата му днес. Нарушить геном человека. Да наруши генома на човека. Внедриться в ДНК человека. Да се внедри в ДНК-то на човека. Сегодня мы уже все знакомы, что такое геномодифицированная пища. И днес всички познаваме какво е ГМО, храната. Я обычно так говорю. Когда-то была геномодифицированная пища. Някога имало ГМО храна. А сейчас еще немного. Пък сега още малко. И станут геномодифицированные люди. И ще станат ГМО хора. И тогда придет конец. И тогава ще дойде края. Потому что Бог посмотрит на защото людей. Защото Господ ще погледне хората. А ДНК нарушено. Пък ДНК-то им е нарушено. Там уже нет образа. Там вече няма образа. Там на ДНК уже не написано Яхве. Върху ДНК-то няма да пише Яхве. Слышите меня? Чувате ли ме? В чем сегодня беспорочность в моем представлении? В какво състои безпорочността? Ну вот не только в том, чтобы хранить себя от всех вот этих нечистот. Не само да се пазим от всички тези нечистоти. Но я также верю, что мы сейчас уже живем в тот период. Обаче вярвам, че живеем в периода. Когда в наше тело. Когато в нашите тела. И в нашу кровь. И в нашата кръв. Будут внедряться такие вещества. Ще се вкарват различни вещества. Которые будут нарушать. Които ще нарушават. ДНК человека. ДНК-то на человека. И знаете, вот это очень хороший ответ на вопрос. И твой много хубав отговор на вопроса. А что же произойдет? По какво ще се случи? Когда люди. Когато хората. Примут вот этот чип. Приемат този чип. Вот это число человеческое. Човешкото число. Число зверя. Числото на звяра. 666. 666. И что, нельзя будет спастись? И няма да можем да се спасим. Нельзя будет покаяться. Да се покаем. И вот сегодня я отвечу вот на этот вопрос. И днес ще отговоря на този вопрос. Очень просто. Много лесно. Невозможно будет покаяться. Няма да можем да се покаем. Потом, почему? За что? Потому что ДНК человека. Защото ДНК-то на човека. Будет разрушено. Ще бъде разрушено. И человек уже не будет из себя представлять. И човек вече няма да представя от себе си. Образ. Образа. И подобие Божие. И подобието на Господа. Я могу это сказать сегодня и как врач. Могу да ви го кажа и като лекар. Но я думаю, что это, для кого-то это важно. Мисля, че за някой е важно. Чтобы получить подтверждение от доктора. Да получат потвърждение от доктора. Я думаю, что, ну, наверное, вы знаете. Мисля, че вече знаете. Про генетиков. За генетики. Какая у них судьба была? Советские генетики. Советские гене. И, кстати, во времена Сталина. Генетици. Сталин, кто он был? Сталин кой бил? Конечно, кто-то его уважает, някой кто-то его ненавидит. Уважава, някой го мрази. Но этот человек учился когда-то в духовной семинарии. Обаче този човек е учил в духовна семинария. И когда-то он верил в Бога. И някой е вярвал в Бога. И когда он услышал, и когато е чул, что какие-то ученые, че някой учени,
в советской стране, в советской державе, то есть под его руководством, пытаются внедриться в генетику. В генетиката. Говорит, вы что делаете? Той ги пита, вы кто такие? Кусти, вы что о себе возомнили? Как вы мыслите за себе? И в Караганду их. И ги спрашивают в Караганда. Мы из Караганды, а они не в Караганду там улетели. Всички собили, спрашивают они там. Карлак. Карганинские лагеря. Карганинские те лагеря. И все генетиков вот так туда пожили. И всички генетицы ги спрятили там. И это Сталин сделал. Какой направил Сталин? Вот, человек был, как выясняется, богобоязненный. Человек был богобоязнен. Знал Писание. Познавал Писание эту. Я уже иду к концу. И вече приключвам. Давайте мы откроем последнее место. Некую утворим последнее то место. И оно написано послание к римлянам. Послание к римляни. Очень важное место. Много важное место. Послание к римлянам — это жемчужина Нового Завета. Твоя перлата на Новый Завет. Первая глава. С 18 стиха. От 18 стих. Слышал. Да, все что угодно делали. Потому что страна-то безбожная. И делали такие эксперименты, ну, которые только сейчас выясняются, о том, что просто совокупляли, скрещивали, чего только не делали. Вот. Ну, конец какой, да? Ну, что-то рядом там. Послание к римлянам, 1 глава, с 18 стиха. 1 глава, 18 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправды. Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его, Божество от создания мира через рассматривание творений видимы так, что они безответные». Ну, посмотрите на горы. Посмотрите на океаны, да? Когда стоишь в горах, чувствуешь себя каким-то муравьем. Поглядите планините или морето, когда ты в планине, и начинаешь воздавать величие Бога. Мравка, что и просто Бог, если это да все сотворил, то что Господь какой сотворил Он? Всичко това, каков е Той? Если Он создает такое величие, такую мощь. Този, който создава това величие. И смотрите внимательно. Вижте внимательно. 21 стих. 21 стих. Но как они, познав Бога, не прославили Его. Смотрите, насколько важно славить Бога. Сколько важно да прославим и Бог. Насколько важно славить Бога. Не возблагодарили. Насколько важно быть благодарным Богу. Сколько важно да будем благодарны. Но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающим, как вот мы видели, этим истуканам египтяне поклонялись. Наполовину человек, наполовину птица, наполовину лев, наполовину человек. Кто видя, как мы на эти идоли, на какую-то себе поклоняли египтяне. То есть я так предполагаю, что если раздался вот такой мутант, то египтяне просто входили в какой-то трепет. А смятам, они сразу че, возводили его в ранг богов. Что он рождал таков мутант, вот. Египтяне те сагу издигали до Бога. Мы видели статуи с птичьей головой, да, человек статуи со снизу. Голова на птице. И птицам, и четвероногим, и пресмыкающим, то и предал их Бог в похотях сердец, предал их Бог в похотях сердец их нечистоте. Так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь. Потому предал их, Бог предает тех людей, которые не любят славить Бога. Бог предава тези хора, които не обичат да славят Господ. Лень открыть рот. Които ги мързи да си отворят устата. Как сегодня я вспоминал рекламу в Гербалайф. Как тут днес спомних една реклама в Гербалайф. Проснулся и говорю, почему-то. Ну, рот открой. Събудихся и... Это я слышал в Гербалайфе. Он же бесплатно. Налей бесплатен. Говорить это бесплатно. Да говоришь бесплатно. Деньги не надо никому давать. Не, нужно доплачивать. Открой рот и скажи, слава тебе, Иисус. Утворись устата и скажи, слава тебе, Иисус. Спасибо тебе, Иисус. Благодаря тебе. Ну тебя же за это никто не убьет. Никого няма да ты убий за това. Но что-то в этот момент происходит. Обаче, в този момент се случва нечто. Что происходит, когда мы славим Бога? Какво се случва, когато прославяме Господ? Мы входим с Ним в унисон. Влизаме с Него в унисон. Мы воздаем Ему хвалу подобающую. Воздаем Ему хвала. Вот если это всем сердцем. Ако е със цялото сърце. Каждая клеточка моего естества. Всяка клетчица на моето естество. Настраивается на всемогущего Бога. Се настроива за всемогущия Бог. Вы знаете, какую Бог человеку дал колоссальную привилегию? Знаете ли, каква
привилегия дава Господь на человека. Ангелы не имеют такой возможности. Ангелы не имеют такой возможности. Архангелы не имеют такой возможности. Архангелы не имеют такой возможности. Херувимы не имеют такой возможности. Херувимы не имеют такой возможности. Серафимы не имеют шанса. И серафимы не имеют шанса. Какого шанса не имеют? За какво? А мы люди имеем. По книге города имаме. Какой шанс? Каков шанс? Бог предлагает нам. Господь предлагает на нас. Во Христе Иисусе. В Христос. Стать частью Бога. Да станем частью от Господа. Войти в Его нутро. Да влезем в, вътре в Него. Стать Его сердцем. Да станем като сердцето Му. Стать Его костью. Станем като... Кость от кости Его написано. Кость от кости. Плоть от плоти Его. Плот от плота. Омываться кровью Всемогущего. Да умиваме через кръвта на Всемогущие. Как вы думаете? Как си мислите? Это преимущество? Дали е преимущество? Что происходит, когда мы славим Бога? Какво се случва, когато прославяме Господ? Мы входим и становимся причастниками. Влизаме и ставаме съпричастници. Так написано, я ничего не придумываю. Пише, его божественного естества. На божественному естество. На что ангелы даже покуситься не могут. Проникнуть не могут вот в это общение. Ангели те даже не могут проникнуть в твое общение. Можно это сказать аллилуйя? Можно это скажем аллилуйя? Вот я, недавно произошло чудо, по-другому никак это не назовешь. И наскоро случится одно чудо. Я сегодня немножко буду так, в негодовании. Человек из Софии. Человек от София. Я назову его имя. Что назову не говорю. Михаил Георгиев. Михаил Георгиев. Слушал БХТВ. Не слушал еще по БХТВ. И ему понравились проповеди. Ему хорошая проповедь. И он поверил. И то и поверил. Что если он поговорит со мной по телефону? Человеку поговорит с мен по телефону. То он получит исцеление. Еще получит исцеление. А он был слепой. Пока был сляп. Он ничего не видел. Ничто не видел. Он мог только отличить свет и тьму. Можешь сам его отличить темнина и светлина. Сын его женился, и него весь сын но женил. Он никогда не видел, он не видел лица своей невесты. Бачит, он никогда не видел лице на невесты. Никогда не видел. Никуда. И вот назначили день. И назначал день. Она списала со мной по мессенджеру. Тя ми писа по мессенджеру. Говорит, можно мой свекр с вами поговорит? И ми пита, дали свекр вами может договорить с вас, свекарем. Я говорю, ну конечно можно. Я сказал, разбирался. Почему нет? Мы говорим по телефону. И не говорим с него по телефону. Михаил говорит. Михаил Миказа. Я слушаю вашу проповедь. Слушаем проповеди тебе. Они мне очень нравятся. И много ми харесват. И я верю. Я свярвам. Что если вы сейчас помолитесь? Яку сега си помолите. Я получу исцеление. Аз ще получа исцеление. Говорю, ну давайте помолимся. Я сказал, добре, нека си помолим. Мы начали молиться. И започнахме да си молим. Я начал молиться. Започнах да си моля. Я запрещил этому духу. Забраних на този дух. Мы связали эту слепоту. Вырзахме тази слепота. Провозгласили полное исцеление. Провозгласихме полное исцеление. Что ранами Иисус Христа. Че через ранчи на Иисус Христа. Мы исцелились. Это все в прошедшем времени. И Иисус Христос забрал наши немощи и болезни. Немощи и Он возлагает прямо сейчас брение на ваши глаза, зрение вверху учите, чтобы вам получить полное исцеление. За да получите полное исцеление. И вы были слепы. И все были слепы. А теперь будете видеть. Пока сега ще виждате. Можете сказать вместе со мной аминь. Можете да кажете аминь. Аминь. И казахме амин. И мы так помолились, и вы знаете, я что-то пережил. Я преживях нечто. Я делился с Натальей. Споделих с Натальей. Я пережил, что я помолился с верой. Преживях, что все помолились с верой. Уникальное переживание. Твое уникальное переживание. Я поверил тому, что я говорил. Аз поверьвах на това, което я казах. Поверил в то, что Иисус Христос сказал и через меня. Поверьвах на това, което Иисус сказал через это мен. Он. Твое той. Это он. Тое. Я почему-то вообще ни капли не сомневался. И ни капка не сомневался. Что этот человек. Че този човек. Обязательно. Задолжительно. Ну обязательно. Задолжительно. Получит полное исцеление. Получи полное исцеление. От слепоты. От слепота. Отключая свои врачебные мозги. Отключивайки свои. Потому что я понимаю, что это невозможно. Исключих мозг си лекарски. По-человечески это невозможно. По-човешки мерки невозможно. И проходит время. Именно время. И через 10 дней. И след 10 дней. Эти люди опять не пишут. Тези хора отново ми пишут. Можно, чтобы опять мой папа, мой свекр с вами поговорил. И тя казва, може ли отново свекър ми да говори с вас? И я опять беру трубку и разговариваю. И отново вдигам. И Михаил говорит, и той ми казва, вы знаете, что произошло? Знаете ли, какво се случи? Говорю, что произошло? Питах, какво? Я через 10 дней это сразу не произошло. И той каза, след 10 дней. И меня когда-то и там, я слушал проповедь Илии Миланова. Слушах и проповеди на Илии Миланова. Он тоже так же, как и вы, говорит. Той по същия начин казва, что бывает так, что исцеление сразу не происходит. Че не веднага се случват исцеление. Но оно обязательно произойдет. Обаче то, что се случи. И ровно через 10 дней. И след 10 дней. Ночью мне снится сон. През нощта сънувах сън. Я лечу. Че летя. И я думаю о вас. И си мисля за вас. Душа моя куда-то устремляется. Душата ми се е устремена на някъде. И я задаю Богу вот такой вопрос. И задам вопрос на Господ.
Получится ли у меня встретиться с этим человеком? Дали что если получится, если встречно с тобой. Я хочу приехать к ним в Варна. Искам да дойду притягу. Хочу поговорить, пообщаться. Искам договориться с тях до сих пор. Хочу посмотреть на эту церковь. Искам да видя тази церква. И Бог мне проговорил. И Господь мне проговорил. Ты его увидишь. Ты что увидишь? Как, Господи, я увижу его? Как что увидя? Я слепой. Я сам слеп. Ты его увидишь. Ты что увидишь? Несколько раз проговорил Бог. Несколько пути каза Бог. Когда я утром проснулся, и когда ты собудих с утрен, говорит он, той казва. Я сел на кровать. Седнах на леглоту. Я не могу своим глазам поверить. И не могу да поверим научитеси. Я вижу свои руки. А свиждом рецетеси. Я вижу свои ноги. А свиждом крокатеси. Я встаю, одеваюсь сам. А ставам и се обличам сам. Иду туда, в какую-то утивам комнату, в другата стая. И смотрю, там стоит девушка. И глядам, там има момиче. По голосу я понял, что это моя сноха, невестка. Что твоя моя невестка. Я подошел к ней. Утидух при ней. И первый раз в жизни. И за прв пот живота увидел си, ее лицо. Видях лицето и. Можете сказать слава Богу? Можете закажете славу на Бога? Первый раз в жизни увидел лицо за невестки своей. За прв пот видял лицето на невестка посмотрела на него. И тя го погледнала. Ее зовут Екатерина. Казвася Екатерина. Говорит, как ты вы на меня странно смотрите? И ему каза, странно ме глядешь. Слепой человек смотрит. Сляп человек, я гляда. Говорит, я вижу. И той казва, а свиждам. Первый раз вижу твое лицо. За прв пот виждам лицето. Какая ты красивая. Колко си красива. И потом Михаил говорит, я Михаил казва, обязательно приеду к вам в Варну. Ще дойда при вас я хочу лично с вами познакомиться. Искам лично да се запозная с вас. Пожать вам руку. Довести я говорю, приезжайте, конечно. Я сказам, разбирайте, привезите, привезите всю свою документацию. Докарайте цялата документация. Что у вас было? Какво сте имали? Пройдите сейчас обследование. Мините обследование. Это обязательно сега надо просто вот так показать. Това трябва да го покажем. Прочитать, что было и да что може стало. Да се прочете какво имало и какво стана. Я обязательно приеду. Но я это, задължително ще это дойда. Будет после 7 марта. Това ще е след 7 марта. Посмотрели календарь. Погледнахме ну давайте, календара. Или 13 или 20 марта приезжайте. Той казва, нека на 13 или 20 марта. Все, пастор, хорошо приеду. И това е той казва, че ще дойде. Я хочу сказать, что в моей жизни искам да кажа, че в живота ми произошло первый раз. Се случи за пръв път. Чтобы слепой прозрел. Сляп, да, и да, при том произошло это да започне да вижда за 500 километров. И това се случи 500 километров далеч от нас. Я хвалю Бога. И я прославим Господ. За то, что произошло это на большом расстоянии. За това, че това се случи от расстояния. Чтобы никто не подумал. Никой да не си помисли. Что это я. Че това съм аз. Что я как-то на него там влиял. Че аз му повлиях. А что это только Господь Иисус Христос. А че това е само Господ Иисус Христос. Что Он и сегодня творит чудеса. И что и днес творит чудеса. В моей жизни были случаи, когда в живота ми имаше случаи. Глухие начинали слышать. Когда глухите започваха да чуват. Два явных исцеления. Две явные исцеления. Вот просто только что был глухой. Когда только что был глух. И вот просто одно прикосновение, и он начал слышать. Да было чума. Много случаев, когда парализованные имаш вставали. Много случаев, когда парализованные се исправяха. Прилетел только в Болгарию. Когда дойдох в Болгарию. И пастор Ласка меня повел пастор к одной женщине. Пастор Ласка меня отведе при одна жена. Которая упала в шахтный лифт. Която паднала в асансьорна шахта. С восьмого этажа. От седьми этаж. Осьми. И поломала себе позвоночник. И се изчупила гръбнака. И это было, конечно, страшно. И това беше страшно. И когда я к ней пришел, и когато отидох при нея, Бог дал мне дерзновение. Господь ми даде дръзновеността. И веру. И верата. Молиться за нее. Да си моля за нея. Чтобы она встала и пошла. Тя да се изправи и да ходи. Конечно, это было безумие. И разбира се, това беше безумно. Человеческими глазами. В человеческие очи. Поднять человека и просто. Да издигнем человека. Ну, ты же доктор, ты что? Ты вообще, доктор, за не понимаешь? Не разбираешь? Ты что делаешь вообще? Какво вършиш? Но была такая вера. Обаче имах верата. Мы с пастором Ласка помолились. И с пастором Ласко се помолихме. И эта женщина встала и пошла. И тази жена се изправи и тръгна. Кто это может вообще делать? Кой може да ги прави тези неща? Никакой доктор это не сможет и никогда никой объяснить. Никой доктор не може да го обясни. Я сегодня о том, и аз говоря за това, насколько важно славить, колко е важно да славим, насколько важно благодарить, колко е важно да благодарим, потому что написано, защото пише, так как они не прославили, че ты, като не са прославили, и так как они не возблагодарили, и ты, като не са благодарили, то предал их Бог, Господ ги предали, по хотям. И чуть-чуть ниже написано. И понадолу пише. Подробно-подробно все грехи и похоти человеческие. Грехове, то есть по-любому ты будешь это думать. И ты, что го мислиш, и ты не сможешь сопротивляться. Няма да можеш да се сопротивляваш. Знаете, сегодня ученые доказали. И днес учените доказаха, что человеческий мозг, че човешкия мозък не отличает, не се не отличава иллюзию, иллюзията, или картинку, которую ему показывают. Картинката, която му показват, через экран. Через экран. От реальности. От реалността. То есть если подросток там вот, то есть такой тинейджер в своей стрелялке там убивает, убива в игрите, то по науке, според науката, он действительно убивает, то и наистина убива, он убийц,
Кто и убийц? Настоящий убийц. Истинский. Потому что мозг не отличает. За что-то мозга не отличает. А там мясорубка идет, режет, голову отрезал, короче, там спорол, короче, кишки как летят направо, режет. Налево. Кто это? Какого типа? Библия называет о том, что это убийц. Библия это, значит, такие хоры убийц. Почему Иисус Христос говорит? За что Иисус Христос сказал? Вы знаете, это было 2000 лет тому назад. Было 2000 лет. Если кто посмотрел на женщину с вожделением, Акуняку и поглядел жената со желанием, он уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Прелюбодействовался с ней его в сердце туси. Нет никакой разницы. И няма никакой разницы. Или ты прелюбодействуешь в своем воображении. Дали прелюбодействуешь во воображении туси. Или ты действительно сблудил. Или на истину го правишь. Ты блудник. Ты си блудник. Только потому, что твой мозг не отличает. Само за что-то мозг эти не отличает. Бог так устроил человека. Господь такая направил человека. Поэтому Давид восклицает: не положу вещи непотребно перед из-за глазами Давид своими. Давид восклицал, очиняв, Аллилуйя. Тоже предучите себе, ну вот человек так себя хранил. Человек это касса и пазл. Потому что он не хотел, чтобы его ДНК была нарушена. За что-то не искал ДНК тому, да и нарушено. Я заканчиваю. Я приключу вам. И сегодня у меня такой призыв. И днес имам такой призыв. Вы знаете, нам надо просто принять решение. Просто треба да приемем решение. Ну вот просто принять решение. Я, несмотря ни на что, вопреки всичко, несмотря на обстоятельства, вопреки обстоятельствата, даже если овец не будет в загоне, даже няма овце, виноград не даст плода, и лозата не дали что плод, написано? Какво пишет? Все равно я буду славить. Аз пак ще прославям. Все равно я буду славить. Аз пак ще прославям. Господа Христа. Господа. Вот прими просто решение. Просто примите твое потому решение. Что я не хочу быть за что-то аз не искам. Тем, кто, познав Бога, не захотели его славить. За сам онзи, който познавайки Господ, не захотели да го слави. Быть благодарным. Не поискал да будь благодарен. Вы знаете, сегодня благодарен Богу. И днесом благодарен на Господь. Почему? За что? Потому что Он меня прекрасно сотворил. За что-то меня сотворил прекрасно. Давид восклицает. Давид восклицал. Как чудно ты сотворил меня во чреве моей мамы. Чудно си меня сотворил во чреве то на майке. Аминь или не аминь? Он дал мне способность видеть то своими глазами. Способность то да виждам с учителем. Слышать своими ушами. Да чу вам с учителем. Вы знаете, как страшно быть инвалидом? Знаете ли, колко и страшно да си инвалид. Когда ты вообще ничего не слышишь. Куда ты ничто не чуваешь. И когда ты вообще ничего не видишь. Или куда ты ничто не видишь. Когда ты не можешь вставать. Куда ты не можешь да себя исправить. Когда ты не можешь себя обслуживать. Куда ты не можешь да себя обслужишь. Как вы думаете, это как страшно? Как вы мыслите, далее страшно? Так можешь ты сегодня сказать спасибо, что ты видишь? Так а че можешь да благодарить за то, что видишь, за то, что ты ходишь, ходишь, что ты можешь сам кушать, за то, что можем да едем, что ты можешь сам без ИВЛ дышать, можем да дышим. Можешь сказать спасибо Богу? Можешь ли докажем благодаря? Давайте мы скажем спасибо нека Богу. Нека кажем благодаря на Господа. Давайте мы будем благодарны. И нека сме благодарни. Потому что если мы не славим Бога, за что-то, ако не прославим Господа, если мы не благодарим, ако не сме благодарни, то приходит другая сторона, идва другата страна, и начинает навязывать нам свои злые помыслы. И рано или поздно ты сломаешься. Вкарва своите зли помысли на трапва. Потому что без Бога, за что-то без Бог, мы не можем противостоять дьяволу. Не можем да си противопоставим но на дьявола. Но если в нас Бог, обаче, ако Бог если е мы славим Его, ако го прославим, и входим каждый раз не в унисон, и влизаме во всеки път с Него в унисон, тот, кто в нас, този, който е в нас, больше того, кто в этом мире, е по-голям от този, който сильнее в този того, свят, кто в этом мире, по-силен е от Него. Скажи аминь. Кажете аминь. Слава нашему Богу. Слава на нашия Господ. Я вложился. Успяхме да се поберем времето. И мы всегда немножко задержимся, когда у нас причастие. И винаги малко се забавим, когато имаме причастие. А потом у нас будет членское собрание, след но мы постараемся сегодня собрание. Так очень оперативно сработать. У нас все по делу, все очень четко. Поэтому я хотел попросить сегодня наших служителей мне помочь. И пастор Андрей, пастор Роман,